Юрій Фалік на вірші Олександра Блока «Незнакомка». Когда нам был один год, вернее, даже еще не было, одного года нам еще не было, а только это был первый наш учебный сезон, который мы закончили весной 2001 года. Мы рискнули дать свой первый отчетный концерт. Это было в этом зале, на этой самой сцене. И вот здесь вот сидела Элеонора Алексеевна. Ну и она как-то, знаете ли, стала крестной мамой нашего коллектива. Она потом следила за тем, как мы растем, как мы развиваемся. И поддерживала очень. На дальнем берегу.